Mabuhay, Philippines. Hello, my guys. Сегодня мы готовим кальдерета. Наконец-то, не помню, как называется эта вкуснятина, но выглядит очень аппетитно. Буду пробовать филиппинское блюдо. Наемся на ночь.
Хочешь меня завтра? Так, посмотрим, что здесь. Вот картошку я узнала. Это что-то очень знакомое. Не понимаю, колбаска какая-то, морковка. Перчик очень вкусный. Ой, как пахнет запах этого костра. Вкусненько. Попробуем. Ну, это очень вкусно. Лиза, это очень вкусно. Бомба. Особенно вот этот запах костра, это просто вообще супер. Как будто бы сама на пикнике побывала. Вот так вот сходила на тренировочку. Сбросила лишние калории. Теперь надо восполнить, чтобы сильно не похудеть. Специи. Колбаска придает такой специфический аромат. И подливка мне очень нравится. Бомбический ужин. Спасибо вам большое. Накормили. Выбирай. Давай вот этот посмотрим. И вот этот. Загружайся. Смотри на меня. Ножки сюда надо ложить на педали. Крутить. Нет, ты большой. Едь ко мне. Ну как тебе этот? Внимание! Марш! Thank you.
что нравится, это свиной шашлычок. Там еще креветки. Там попробую. Вот все, что было. Ай, наверное, не вылезают. Сереж, что ты можешь сказать? Масара. Форма нажимала. Так я в форме не трудом разбираю, там внутри мебель, знаешь, вот как это, стены, знаешь, вот хорошие, ну, старая, но все хорошее, крепкое, прям. Смотри, Сенька повторяет за Родика. Ну я не знаю, где его шапка.